Всем добра, дорогие друзья, с вами FanLight. Сегодня мы опять возвращаемся в IndyCross. По опросу, который я выложил 2 дня назад, его содержание было опять же, кого проходить, большая часть голосовала за то, чтобы я проходила Санса на пацифист, потому что геноцид мы уже прошли. Спрашивал я вас после этого. Большая часть голосует за Санс пацифист. Ну, вот опрос, посмотрите. Как видите, большая часть голосов за Санса на пацифист. Сегодня мы этим займемся. Приятного просмотра. Мы снова видим этот диалог, но я думаю, мы его можем пропустить. Хотя, я, наверное, лучше его оставлю. Насколько вы помните, здесь не добавили у ворот и не добавили то, что... И здесь еще не добавили оранжевые и синие кости. Думаю, вы это помните. Референс не голование. Ну, это референс мелодии Санса Санс. Да, оригинальное название. Персонаж Санс, мелодия Санс. Пройти на фулл комбо. Это первая песня, которую я вообще прошла без промахов. Кстати, на заднем плане слышно инструментал песни Вупи. Ну, едем дальше.
Ну, насчет этого всего мы знаем, думаю, нам-то не надо. Стоп, что с бойфрендом? Я еще даже ничего не сделала. А почему у меня 5 хп? Я же еще не играла, куда у меня хп-то пропали? Походу, это какой-то баг. Не, вы видели, Костя перед бойфрендом проходит, не за ним. Механики. Так, мы... Я совсем забыла, что мы тут можем петь не за Санса. Вот это мне не нравится, вот это черт они слегка перепутали. Еще и все лагает. Я пыталась. Если бы не вот эти стрелки Санса, которые меня сбивали с толку. Когда Санс поет, мы должны еще на них нажимать. Если бы не эти стрелки, я прошла бы лучше. Ладно, едем дальше. Интересно, перенесли ли они этот ход с концовками или нет? Перенесли. Этот диалог появляется. Впрочем, как и так от сцены, они появляются на пацифисте. А я-то думал, что тут только код на геноцид. Ну ладно. Давайте играть. Сейчас постараемся получше пройти, не то что до этого. We'll be right back.
Насколько я помню, если мне не изменять память, дети не должны попасть в водопаде. А, значит, не позже попадают. Буду помнить теперь. Здесь, насколько я помню, должны сужаться рамки, чтобы не было видно полоски здоровья. Ну ладно, пусть так будет. Думаю, этот ивент было бы сделать сложно, так как нужно сужение делать и тому подобное. Здесь они уже должны быть в последнем коридоре, насколько я помню. Стоп, они в последнем коридоре. А почему спрайты как в водопаде? Подсветка как в водопаде. Должна быть подсветка как в последнем коридоре. Запоздали с этим изменением. Почему? Мне кажется, ли голос бойфренда похож на голос бойфренда из мода X-Event. Промахов еще лучше. Кстати, вы заметили, когда они вернулись из этого черного мира, они снова у них, они оказались в коридоре, они опять так и остались с подсветкой водопаде. Не очень-то хорошая недоработка, но ладно. Давайте посмотрим бонусные песни. Как они их тут перенесли? Так, у меня сразу претензия. Почему иконка из песни Бондагл? Они... Здесь иконка Папируса и Санса. Должна быть только иконка Папируса. Кстати, можете заметить, что спрайт, что спрайт папируса в левую сторону совсем не тот, как в Back to the Bone. Это тоже еще одна недоработка, но ладно, она мало что портит. Thank you.
Ладно, со спрайтами это не страшно. Едем дальше. Смотрим следующую песню. Так, окей, у меня еще одна претензия, почему у Санса стойка, как... Этот момент, будто он собирается стучать себя костями по черепушке. Этот момент должен быть ближе к концу песни, насколько я помню. Вот это уже немножечко мне не нравится. Здесь Санс должен уснуть, а Папс должен на него топать. Что тут уснул? Он проснулся. Вот только здесь он должен был начать себя костями по черепушке стучать. Он на протяжении всей песни стучал себе по черепушке. Кстати, на тот момент они даже не сделали спрайт, когда сам стучал себе по черепушке. И здесь Санс должен был уснуть, но он не уснул. Вот это уже немножко обидненько. Еще и 8 промахов. Промахов еще лучше. Ну теперь я думаю, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока!